Prophet presents. In the beginning, there was the beat. Then it got faster, stronger, fatter. Finally, the bass music is the trend. Yeah. DJ Prophet, every Wednesday at midnight on DFM. Итак, друзья, всем большой привет! С вами DJ Prophet. Как обычно, каждую среду на DFM я представляю Bassland Show. И сегодняшний эфир, как я говорил в прошлом эфире, будет посвящен проекту Delta Heavy. Ребятам, которые выпускаются на RM Records у NDC. Именно там и только там, которые будут 16 сентября на ВДБ. Да. Urban Takeover, Urban Agency, Drum and Bass, and London Town. Deep into the night we stay, blinded by the lights we sway, blood pumping from the heat, seeing a kaleidoscope of us in color, kaleidoscopes are turning in. I'm running.
Итак, первая композиция, которая открыла сегодняшний эфир, Delta Heavy, Калейдоскоп, очень клевая, я думаю, вы ее заценили. Настраивайтесь вот на такой вот позитивный драм-н-бейс танцевальный. Ибо вот такую музыку пишут Delta Heavy. Буду играть самые любимые, понравившиеся мне треки вообще за их всю деятельность. Вообще они начали релизиться с 2010 года. Уже на Рэм Рекордс сразу же. Ну, был у них один релиз на Viper Records у Брэндона Future Bound. Да. Также у них есть один альбом Paradise Lost. В 2016 году вышел, тоже треки с него поиграю. Очень клевые. Ну и, конечно же, доберемся до хитов. Это, конечно же, Ghost, White Flag и так далее. Ну и помимо Drum & Bass, у них есть еще несколько релизов в Bass House, также и Dubstep. Возможно, что-нибудь да проиграю. Да. Ну и, конечно же, друзья, заходите в официальную встречу фестиваля World of Drum & Bass. 16 сентября Delta Heavy будут выступать в Москве. Мы их везем. Впервые они здесь будут. В частности, на фестивале World of Drum & Bass. Да, мы празднуем 10 лет проведения этого фестиваля в Москве, друзья. Празднуем день рождения. Юбилей! С вас подарочки, так сказать. Но я на самом деле шучу. Самое главное, чтобы вы пришли. Ваш визит главнее всего. Ибо без вас никакой атмосферы не будет. И вообще фестивали потеряют смысл. Все это делается только для вас. И музыканты пишут музыку только для вас. Я вообще могу говорить очень много всего. Но не буду забалтывать. Побольше поиграем музыки. DJ Prophet.
проект Delta Heavy, два человека, Бен Холл и Си Джеймс. Мочат, ребята. Друзья, вы представляете, да, по тому материалу, который я сейчас проигрываю, что они будут творить 16 сентября в клубе Main Stage. Приобретайте билеты, пока еще не произошло окончательное повышение цен, да. Все-таки, как-никак, хоть какая-то экономия. Motherfucker. Ну что, узнали, откуда сэмпл? Surprise, motherfucker! Ее сказал Диас, когда бился с Макгрегором и когда выиграл у него. Capital.
Одна из моих самых любимых работ от этого проекта – Delta Heavy. Сегодня весь эфир я посвятил этому дуэту City of Dreams. Конечно же, Ram Records. Шик. Еще одна любимица – Get By. Качала в свое время. Ну и вот оригинал Get By, он изначально в дабстепе, ритм 145 BPM. Друзья, напоминаю, что с вами DJ Profit, я здесь на DFM в Москве каждую среду с нуля до часу ночи. Представляю бейс-музыку, и сегодня эфир, посвященный проекту Delta Heavy. Англия, дуэт, Ram Records. И 16 сентября они будут взрывать Москву. World of Drum and Bass, клуб Main Stage.
Итак, двигаемся далее. Композиция Ghost. Это пока что ремикс Зомбоя. Чуть больше, чуть дальше будет оригинал. Друзья, надеюсь, у вас хорошее настроение от той музыки, которую я представляю здесь, Baseline Show на DFM. Также в моей страничке ВКонтакте есть прямая трансляция. Заходите, ну и на сайте dfm.ru тоже. Так вот плавно перешли на оригинал. Всем приятного прослушивания. Сделайте громче, да. Ну что, узнали сэмпл? Гадайте, гадайте. Очень похоже на саундтрек к фильму. Какому? Ладно, не буду мучить. Это «Морской бой». Собственно, вот так вот звучала там главная тема, но ребята, видимо, сделали, бутлег, либо ремикс, называется «End of Days». Yeah! DJ Prophet.
вот такой вот обволакивающий саунд, бас, накрученные синты мне нравятся больше всего, честно говоря. Прям кайфую, таю. До одного тоже из главных хитов Delta Heavy, White Flag, оригинал. Ну и сейчас мы сведем с VIP-ремиксом. Capital.
Вот такие вот крутые треки, крутые парни приедут 16 сентября бомбить. Ну и я хочу на самом деле огласить весь список. Да. Итак, лайнап на самом деле мы собрали мощнейший. Раньше на моей памяти никогда на World of Run Bass такого не было. NDC, Black Sun Empire, Delta Heavy, Zardonic, LTJ Booking, DJ Hype, DJ SS, Aggressor Banks, NA, Гидра, я DJ Profit, Subway, также Nelver, Green Vibes, Intelligent Manners. Вот такая вот мощь будет 16 сентября. Начало мероприятия в 20 часов вечера и до 7 утра. Собственно, я буду завершать этот фестиваль с 6 до 7, поэтому всех впускать, никого не пускать. Такая будет система. Heavy Reborn в ремиксе Джун Миллера. We'll be right back.
Ну и еще один ремикс, который мне очень нравится, на Кёст. Сделали их Infuse. Очень клевый. Такой Future Beats звучание. Ну, короче, зацените сами. Друзья, я еще с вами 15 минут. Да. Напоминаю, Basement Show каждую среду с нуля до часу ночи на DFM. С вами DJ Profit. Thank you.
в общем-то, на этом треке «Bar Fight» я хочу попрощаться. Сегодня я представлял только материал, треки от проекта «Delta Heavy», потому что они приезжают к нам выступать 16 сентября на празднование десятилетия фестиваля World of Drum and Bass в клубе «Main Stage». В общем-то, запись скоро выложу. Спасибо, что вы были со мной. А я всем пока!